этой инструкции мы подробно продемонстрируем вам процесс покупки токена Ultima на криптовалютной бирже Mexi, необходимого для функционирования вашего кошелька. Первый шаг – это регистрация на бирже Mexi. Перейдите на сайт mexi.com. Нажмите на кнопку «Вход регистрация» в правой части экрана. В открывшемся окне введите ваш имейл или номер мобильного телефона на выбор. После этого нажмите «Далее». Пройдите проверку. Подтвердите, что вы не робот. После прохождения проверки откроется окно, где вам необходимо придумать пароль. Введите его и согласитесь с условиями, нажав галочку. Нажмите на кнопку «Регистрация». На указанный email придет код верификации. Введите его в следующем окне и нажмите «Подтвердить». Готово. Вы зарегистрировались на бирже. Шаг второй – настройка Google Authenticator. Перед началом работы необходимо настроить Google Authenticator. Это обезопасит вашу работу с биржей. Перейдите в раздел «Профиль». Выберите «Безопасность» и «Двухфакторная аутентификация» – 2FA. Нажмите кнопку «Настроить». Откроется окно с инструкциями по привязке Google Authenticator. Скачайте Google Authenticator на ваш смартфон. Затем нажмите «Далее». Откроется QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью установленного мобильного приложения. Для этого зайдите в приложение. На первом экране нажмите кнопку «Get Started». Затем в открывшемся окне выберите «Скан QR-код». Отсканируйте QR-код на странице активации. Вы увидите, что в вашем приложении появился код для биржи Mexi. После этого нажмите «Далее». На ваш мобильный телефон или электронную почту, в зависимости от того, что именно вы указывали при регистрации, будет отправлено SMS-сообщение с кодом. Чтобы получить его, нажмите «Получить код». Введите полученный код в первое поле, а во второе вставьте актуальный код из приложения Google Authenticator и нажмите «Далее». Готово, Google Authenticator успешно подключен. Шаг третий. Пополнение баланса биржи. Для того, чтобы отправить на баланс биржи USDT, перейдите в кошелек «Депозит». В списке криптовалют выберите USDT и проверьте, что выбрана корректная сеть. Кликните на поле «Адрес депозита», чтобы биржа сгенерировала для вас адрес для пополнения. Отправьте на полученный адрес USDT. Обратите внимание, что минимальная сумма депозита составляет 0,1 USDT. Шаг четвертый. Покупка. Ультима. На главной странице выберите «Спот». «Спот». В открывшемся окне в разделе «Поиска» введите название криптовалюты, которую хотите купить. Давайте найдем «Ультима». Мы видим, что доступна пара «Ультима» USDT. Вы можете купить «Ультима» по рыночной, то есть по текущей цене, либо установить лимитный ордер на желаемую цену. Чтобы купить Ultima по текущей цене, выберите Market, чтобы по лимитной – лимит. Также можно установить стоп-лимитный ордер, который позволяет вам одновременно установить стоп-цену и лимитную цену, чтобы контролировать стоимость исполнения вашей сделки. Выберите желаемый тип ордера. Выберите цену, за которую хотите купить Ultima в случае лимитного ордера, количество Ultima, которое хотите приобрести, и нажмите на кнопку «Купить Ultima». Готово. Вы приобрели Ultima на бирже Mexi. Теперь их нужно перевести на кошелек Smart Wallet. Шаг пятый. Вывод токенов Ultima на кошелек Smart Wallet. Для отправки токенов с биржи вам понадобится скопировать адрес своего кошелька. Для этого откройте приложение Smart Wallet и нажмите на карточку Ultima. Вы увидите адрес своего кошелька, который можно скопировать, нажав на значок копирования. Вернитесь на Mexi. Перейдите в кошелек Wallet и выберите «Вывод» – «Withdraw». Введите название Ultima в строке поиска. Введите скопированный адрес кошелька и количество токенов Ultima, которое вы хотите отправить, и нажмите на кнопку «Отправить». Откроется окно, в котором нужно будет ввести код, отправленный вам на электронную почту или мобильный телефон, а также код из приложения Google Authenticator. Впишите коды и нажмите «Отправить». Теперь вам на почту придет письмо для проверки, что операцию совершаете именно вы.
проверьте электронную почту и подтвердите вывод средств. Для этого вам нужно будет ввести последние 4 цифры адреса вывода и нажать на кнопку «Отправить». Если в течение 15 минут вы не подтвердите вывод, транзакция будет отменена автоматически. Как только транзакция будет обработана, вы получите токены на свой кошелек. Итак, мы прошли с вами весь путь от регистрации на бирже до покупки и вывода токена Ultima. Надеемся, что после изучения этой инструкции у вас не останется вопросов по процессу. А если вопросы все-таки будут, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки.